Специальный рейд инспекторов Государственного пожарного надзора прошел 17 октября на территории Ленинского района. Сотрудники МЧС России проверили соблюдение правил пожарной безопасности на территориях строительных площадок и частного сектора. Вместе с сотрудниками МЧС в рейде приняли участие представители полиции, Госадмтехнадзора, миграционной службы. Подробности далее. Большая строительная площадка возле деревни Тарычево, где полным ходом идет возведение жилого комплекса «Зеленой аллеи». Первая точка и первое замечание от начальника 25-го отдела Госадмтехнадзора. Вынос грязи с территории стройки на дорогу общего пользования. Нарушение, к сожалению, весьма распространенное. Сумма штрафа от 80 до 150 тысяч рублей. Основные штрафы – это когда дождь идет и где место производства земляных работ происходит. Вот я не могу сказать точную цифру, но приблизительно только отделом моим по Ленинскому району назначено 2,5 миллиона за этот год, вот по октябрь месяц. Именно вот за это нарушение. Далее представители пожарного надзора, полиции, Госадмтехнадзора и Федеральной миграционной службы проследовали непосредственно на закрытую территорию строительного объекта. Основная цель рейда, которая является частью плановой работы, выявление нарушений, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и строительных отходов на территории стройки. На данный момент ведется большая пропагандическая работа в направлении, значит, по соблюдению мер и требований пожарной безопасности. В связи с этим на территории строительных площадок в 2014 году подобных нарушений выявлено не было. Вот и на этот раз, проверив объект, инспекторы Госпошнадзора нарушений не выявили. Всего же с 17 по 19 октября был проведен 51 рейд, из которых 19 в садоводческих товариществах, 3 на строительных площадках, 7 в лесопарках и 22 во дворах. В результате 4 гражданина, которые нарушили требования пожарной безопасности, связанные с несанкционированным сжиганием мусора, привлечены к административной ответственности. Татьяна Акимова и я, дама Елена Кошелева, «Видное ТВ».